Молодцы. Очень хорошо у вас получается. Вы дополняете. А пусть оно идет. Да? Почему? Вот, видите, у нас отзывы в студии очень. Да, зрители. У нас здесь огромный зрительный зал и... Почти телепост у нас. Да, народу никого, только Лина пришла послушать. Вот. Скоро мы будем такие ток-шоу делать с зрителями. Да, это... Так что Опра Уинфри отдыхает. Шоу Жанны. А на шоу Опры Уинфри не скажут о таких замечательных... Ну, пока не скажут, а вдруг потом. Кремах, да? Да, мы и подкинем идеи. Продукции. Мало, так что. А сейчас мы хотим уделить внимание одной теме, которой немногие придают значение. Да? Ну, потому да. Что ведь этим не пользуются, когда что-то болит или не болит. Или когда все хорошо, тоже не думают об этом. Да? А это вещь, которая придает определенный шар. Да, жизни нашей. Да, конечно. Вот. И мы сегодня поговорим о парфюме, о духах, да, которые выпускаются компанией Siberian Wellness. Mm-hmm. И у нас в компании есть очень такая специалистка, не побоимся этого слова, по имени Нина, она нас смотрит тоже, комментарии оставляет. Да, мы запишем с ней ролик. Мы обязательно, Нина, ждем тебя в студию, чтобы записать ролик. Нина знает о парфюмерии, о духах класса люкс и не только, все практически. Вот она, например, научила нас, да, что вот вы знаете, что за ушком душить нельзя. Вот, например, да. Или вот очень любят вот так делать. Приходят в магазин, там, значит, прыскают. Да, и делают вот так. И вот так. Категорически нельзя делать. Оказывается, это портит все дело. Вот. А почему это портит все дело, вы узнаете из нашего следующего ролика про парфюмы духи. Да. Когда к нам придет Нина. А сейчас мы хотим вам просто дать понюхать. Я понюхаю, мы с тобой сделаем так. Вот мне очень нравится. Но еще бы ты сказала, что не нравится. Из нашей коллекции мне нравится. Какая сразу ассоциация у тебя пришла? Какая картина? Легкость, такая свобода, южный ветерок, вот юг. И такая таинственность какая-то. Теплый аромат? Ну, альхон, он такой таинственный. Вот название этой серии для меня самый вот сейчас любимый из наших. Ну, еще мне нравится сила из наших парфюмов. В Siberian Wellness начала новую такую выпуск лимитированной коллекции своих ароматов. И сейчас у нас в коллекции 6 ароматов. И вот Альхон, Алтай и Тайга – это три первых были созданы. Лично я знакома с этим парфюмером, который для нас это делал, да? Это что? Да, мы были на мастер-классе во Франции, от компании, да. Конечно. У нас компания… Это каждый может поехать так, от компании. Лидеры, сделай программу, и можешь поехать, да. И вот это Бертран де Шафур и Пьер Флорес, у нас с ними был мастер-класс. Очень интересный. Прототип знаменитого парфюмера, Романа. Ну, может быть. Но люди, увлеченные своим делом, и они именно назвали эту коллекцию «Вдохновение Сибири». То есть они вдохновились вот этой сибирской природой, вот этой в целом, как бы... Такие места, понимаешь, вот на земле таких мало, и вот как Сибирь, это уникальное что-то. И остров Альхон, он сам по себе таинственный, он интересный, интригующий. И аромат этот передает, в принципе, вот Пьер Флорес, он создавал этот аромат, он говорит, что
настолько был потрясен вот этими видами, и все это вдохновило его создать вот именно такой неповторимый аромат. Ведь сейчас очень много... А это для мужчин или для женщин? Это унисекс, у нас все унисекс, да. А вот чем видами прелесть? Потрясен, а там еще сибирячки какие-то. А сибирячки. Но хочется сказать отдельно, почему вот создали эту коллекцию, да? Так как потому сибирский, что заплатили, поэтому... сибирский характер, ну, конечно, заплатили, но немножко все-таки у людей не все деньги, а какие-то есть интересные вещи, создать нечто. Да? Есть амбиции. Вот у таких парфюмеров да. высокого создать какие-то уровня. Нишевые, понимаете, вот именно нишевые. Те ароматы, которые не будут в масс-маркете продаваться, они не похожи, они уникальны. И именно вот своей уникальностью они и берут. И если вы пойдете ну, просто в любой магазин, да, там же сейчас полно цветочные, да. цитрусовая свежесть, да, они есть и хорошие, есть разные. Спросите вот этот вот аромат, то вы его там не найдете. Не найдете, только по ссылочке внизу можно его заказать, купить, угу. зарегистрировавшись на сайте нашей компании, на сайте можно покупать. В чем прелесть, они уникальны, действительно, не похожи. Да, в чем, что еще интересно, у нас будет отдельная лекция на эту тему, да. вы узнаете все о парфюмерии от эксперта. От эксперта, да, не боимся этого слова. Да, международного класса, да. вот, а я узнал, что, оказывается, есть три стадии, да, аромата. Да, да. Видите, одно занятие. И сколько... одно занятие, и сколько нам открытий чудных да. готовит. Ну расскажи, что ты получишь. Парфюмерный дух. Вот. И вот так мы нюхаем, это одно. Это верхние ноты, да? Сначала слышатся. Ноты, да. И все как по нотам. А потом проходит 6 часов. Вот. Почему вот это вот это нельзя смешивать все ноты, верхние, средние и... Да, и потом другая нота через 6 часов, а потом... Базовые, да? А потом еще одна нота, последняя, самая яркая. Достаточно, да, вот нам специалисты подсказывают. Да, и это вообще, то есть то, что вы здесь вот с первого раза почувствуете, а потом аромат изменится. И он раскрывается. Раскроется. И на коже у каждого он соединяется с вашими индивидуальными феромонами, химией, вот с этим. И у него будет удивительный, утонченный только ваш запах. И вот этот... Вот, да, да, да. И поэтому мы сразу, вам не обязательно сразу покупать, допустим, вы можете прийти к нам сюда и просто из попробовать. Приехать, например, или... Из Австралии. Но мы всем рады. С другой стороны, цена доступная. Доступная, абсолютно. Поэтому тут в принципе, вы в любом случае выиграете. Вот. Но хочу вам если немножко... кто-то такие уж совсем скопидомные, да, люди есть, ну вы можете попробовать. Там есть пробнички маленькие, да. они совсем и доступны ценой. Точно уже будете знать. Я хотела бы вот про Альхон именно, да, вот про эту серию. Mm. Это парфюмерная вода из коллекции L'Inspiration de Sibérie. И вот ее характеристика, именно альхона, это свежее дыхание свободы, легкий ветер на вершине скалы, нагретые солнцем камни, зелень тайги, мягкие древесные ноты. Вот эти древесные ноты сейчас очень-очень актуальны в наше время, потому что цитрусовых много, а вот древесных таких ароматов, которые очень индивидуальные, их немного. И вот у нас такое есть. И описание, да, это сочный цитрус, подчеркнутый благородством бергамота и инжира, идеально сочетается с пряным имбирем, а мускусный коктейль с ветивером и сандаловым деревом завораживает волнующим ароматом нового дня. Каким будет твой путь, знаешь только ты. Прекрасно. Вот такой таинственный. Поэзия. Поэзия.
прозе рекламной. Это действительно заслуживает внимания, и мы потом будем каждый аромат отдельно перечислять. А что там про вот аромат этого бегемота? Бергамот – это вообще очень такой хороший аромат денежный. Сандаловое дерево – это, в общем-то, всегда сексуальный, как афродизиак. Такой, в общем, всем рекомендуем попробовать прийти. То есть подушите и сразу начнете притягивать к себе деньги и… Мужчин. Или женщин. Или женщин. Да, унисекс же. Это унисекс, да. Главное притянуть того, кого надо. Да, это уже, как говорится, сейчас время толерантно. И также вот есть в коллекции очень классные, вот это body lotion, это молочко для тела с ароматом, да, парфюмированное, и душ-гель. С этим же ароматом. Тоже очень хороший, кстати, бюджетный вариант, очень приятный. И действительно такой таинственный, тонкий, интересный. Не для всех. Если вы чувствуете, что вы индивидуальное, что-то особенное в себе, попробуйте. Может быть, это ваш запах. Поэтому всем рекомендую попробовать. В нашей компании вот такой новый эксклюзивный продукт, который завоевал уже сердца многих-многих клиентов. Для тех, кто любит себя. Да не быть как все. Вот сейчас это актуально. Не как все, не масс-маркет. И вот именно это очень важно. И в наше время все-таки время индивидуальностей. Время я-брендов. И это время, когда вы должны выбирать уже, вы можете выбрать что-то особенное, что-то для себя. Так что всем рекомендуем такой вот уникальный аромат Альхон, и вы будете такие же таинственные, загадочные, и притянете как свою жизнь, да? Как этот аромат, как о нем описано, да, заявлено, и притянете в свою жизнь что-нибудь такое интересное, особенное, загадочное. Может быть, начнется какой-то ваш новый путь, поэтому всем желаю. Я согласен. Вот ты сейчас прекрасно сказал. Вот это, Максим, у тебя какая ассоциация? Таинственность. Ты вот все нюхаешь и нюхаешь. Я нюхаю, да, все нюхаю и нюхаю. Потому что мне очень нравится, во-первых. У нас есть чисто мужской тайга тоже. Чисто мужская. Мы это в следующий раз еще сделаем. Да. Слушайте, у нас не будем смешивать. Вы знаете, у меня был любимый аромат один, он называется Прадо. Не Прада, а Прадо. Mm-hmm. Прадо — это музей в Испании, в Мадриде, знаменитый, где там шедевры живописи классической находятся. И вот там есть у них свой одеколон. И вот я там был и приобрел, очень мне нравился этот аромат. И вот так что-то тебе напоминает? Или? Нет, ну это было давно уже, но вот с тех пор я такого не встречал, может быть, чтобы вот прямо западало так мне в душу. Вот. И действительно запало в душу. Это нравится, да. Это хорошо. Интересно. Это интересно. Необычно. Да. И, конечно, когда это заявка, вот всегда аромат, вот как о человеке говорят, да, там, вот им густо пахнет, да, как-то, да. То есть это всегда заявка, что вы есть, что вы присутствуете, да, что вы заполняете собой пространство определенное. Вот это есть немая заявка, немое подтверждение, да, вашего «я». Вот ты сказала про «я». Так и есть, да. Это мое ощущение. Конечно. Любой аромат. Да. Так, и тут просто выбрать то, чего нет, то, что может быть не так распространено, потому что это доступно, конечно, но это не в шаговой доступности, да? Где люди обычно бывают там в магазинах, то все. Это только у нас на сайте, только по нашим ссылочкам. Да. Поэтому только в одном магазине
это можно купить, сибирского здоровья. Вот. Так что рекомендуем. А к какому классу парфюмов относится? Это нам Ниночка расскажет. Мы у нее подробненько все спросим. Вот. Потому что она у нас профи, специалист, и мы его с нетерпением не ждем. Будем отнимать у нее хлеб. Не будем, нет. Вот, а то ей и что? Что потом останется туда? А наверняка что-то останется. Останется, ну, сделаем это маленьким таким нашим. Много всего, потому что тут лекция длилась 2 часа. Которые вы узнаете чуть-чуть попозже. Так что смотрите наше видео, смотрите наш канал. Регистрируйтесь к нам в команду, и тогда мы будем чаще на связи и будем с вами больше, будем вам больше внимания уделять и все ваши вопросы рассматривать индивидуально. Так что welcome! Отлично, welcome. Надо на английском начать делать тоже, да, ролики. Конечно.